Рано или поздно у любой семейной пары гаснет огонь в отношениях. Дорогой, мы с тобой столько лет уже вместе, может быть, пора как-то разнообразить нашу сексуальную... Давай Маринку позовем! Ты что, больной, что ли? А что ты хотела? Ну, я думала одеть костюм медсестры там. А? Ну, давай Маринка наденет! Ты придурок, что ли? Ну, какая Маринка-то? В каждом вузе, на каждом экзамене есть студентка, которая идет на красный диплом. Джон Кейнс, основатель кейнсианской теории в экономике, отрицал вмешательство государства в экономику. Так, понятно, понятно, Мария, теорию вы знаете. Ее все знают. Давайте перейдем к практике. Приведите конкретный пример из жизни проявления кейнсианства. Прям так, чтобы конкретный пример из жизни. У меня просто такая жизнь... Так вы будете приводить пример или нет? Просто в учебнике «Экономическая теория» под редакцией Киселева Чепурина из Альса Драфачера 2040 из Альпера из Альса 2008 года все не приобрете 700 рублей, при стипендии 500 рублей. Я ничего... Я ничего не нашла про конкретные примеры из жизни. Так, до свидания, завтра на пересдачу. Можно послезавтра? Почему? Походу, я сегодня накидаюсь. Так, до свидания, Мария. Продолжаем добывать огонь. Перенесемся в прекрасный московский парк. О, боже, человеку плохо. Нужно срочно кого-нибудь позвать. Позовите же кого-нибудь. Ну давай Маринку позовем. Ты больной, что ли? Че, она ж медсестра. Да какая медсестра? Ты придурок, что ли, совсем?